Добрый день, девочки, всех я вас приветствую на своем канале Виктория Аладжи. И последние денечки наши в Праге, вот такие красивые. Привет. Привет. Что? Через два дня уезжаем? Угу. Подожди, отойди подальше, тебя не видно. Жалко? Да. Очень. Очень. Ну что-то будет новое? Да. Новый этап жизни, чистый лист. Угу. Вот такая прекрасная осень у нас стоит в этом году. Просто даже очень жалко уезжать. Днем бывает даже температура 24 градусов, 18 градусов, а ночью просто туманы. И вот я снимаю вот эти кадры, может быть, для себя, но и для вас, конечно. Но я так думаю, что я, наверное, долгое время не буду пересматривать эти видео о Праге, потому что мне очень жалко, я не хочу беспокоиться. И вот такое прекрасное утро у нас. Мы уезжаем, и я снимаю самые-самые последние кадры, чтобы, может быть, это осталось детям на память. Ну, может быть, я через какое-то время посмотрела на все это другими глазами. А сейчас новый чистый лист и новый почерк. Ну что, ребяточки, уезжаем? А, да. Вот расскажем историю про банковскую карту. Сейчас скажут. На этом самолете мы летим, Czech Airlines, ЧСА. Ну, рассказывай историю, мальчонечка, что сейчас приключилось опять с нами. Пушки в порядке, ребята, мы так устали. Сейчас приключилась с нами ситуация, мы уже проходим вот этот паспортный контроль, вот где ручную кладь. Костя положил карту, и мы ее не могли найти, он ее уже потерял. Мы все лотки вот эти пересмотрели, куда выкладываешь мелкие вещи, ничего нету. Раз подошли, два подошли, к нам никто ничем не помогает. И потом дяденька нам принес именно этот работник. Мы так обрадовались, потому что у нас бы не было денег даже добраться до дома. А об остальном я все расскажу, конечно, уже позже, потому что мы вот такие все в стрессе. Все, мы уже улетаем вот на этом самолете часть. А почему нас раньше не запускают туда еще? Еще нет посадки еще пока? Нет посадки, да, самолет готовится. Ну, смотрите, туда дальше. Я смотрю, подписывайте, вы смотрите, туда, куда дальше, где планы, где у нас вот такие двойняшки, и не разберешься сейчас, где Лана, где Саша, увидит. Пока не заглянешь. Да, пока сидят, очень боятся, трусятся. Мы когда на руки взяли, когда проходили ручную кладь. Напишите в комментариях, где Лана, где Саша. Ну, вообще-то, вот так Лана, вот тут Лана, вот тут Саша. А мы там... Ты сама и выдала всю информацию. Мама. Я боюсь летать на Покажи там, как потихоньку шею. Я вообще, мам, я не боюсь. Ještě. Nejprve na sete masku v sobě, poté pomoct dětem nebo dalším cestujícím. Should a cabin pressure drop, oxygen masks will be automatically baffled seat, pull the mask to yourself, self-tractive in the oxygen. Place the mask where nose and mouth is jacked, and continue breathing normally with your own mask for before assisting children or the other passengers. V případě potřeby nouzové evakuace se ulička letadla rozsvítí, kolegové nyní ukazují rozmístění těchto světel vedoucí k východům. Na tomto letadle je celkem 10. Страшно? Страшно.
можно выключить? Я уши заложила. Надо. Не, не хочу, я хочу снимать. Прикольно. Мы летим? Мы не разбились? Мы не сдохли? Ой-ой-ой-ой. Не страшно. Приятно, когда оно запахло. Чувствую воздушность. Хотя. Страшно, как оно... О, отглушило. Облачка. Облака. Чувствуется воздушность. Ой-ой-ой-ой-ой. Мам, мне чуть-чуть Турбуленция, потому что восходящие воздушные потоки из-за них бывает, что самолет маленько потряс. Это не страшно. Это не страшно. If you're interested to use using this service fully, please do not hesitate to contact us. Never found a word on your phone. Вот, девочки, вот такой вид из моего окна, из нашего окна. Каменные джунгли, к которым мы просто не привыкли, потому что мы жили в доме. Хочу сказать, что такие впечатления смешанные. Мне казалось, что я все-таки лечу к себе домой, и ощущения немножко будут другие. Но нет, вы, девочки, не поверите, я прилетела в другую страну, и для меня просто все новое. И еще хочу вам сказать, я немного буду говорить сегодня, быстро закончится это видео. А плюсов, чем меня удивила Россия, достаточно было много. Ну и минусов. А самый большой минус, потому что я и моя семья покинули самую нашу любимую страну, Чехию. Но будем привыкать. Я надеюсь, что мое настроение плохое закончится. Я понимаю, что будут новые проблемы. Но мы идем вперед. Всем спасибо, девочки, за то, что вы сегодня смотрели мое видео. Вернись обратно.
Понравилось лететь в Россию. А что тебе понравилось? Потому что когда еще самолет мне понравилось. Ты боялась? Нет. Не боялась? Не страшно. Только узы у меня были в аэропорту просто почти навсегда заложены. В аэропорту? Но они были просто заложены. Ну, там все русские. Да? А что тебе еще удивило? Ну, а давай проведем экскурсию. Потом? На экскурсию? Ну, мам. Ну что, Агатушка? Ты расскажи лучше, как ты? Ты Чехию вспоминаешь? Да. А что помнишь оттуда? Ну, там стечка. Пять кот, да? Пластико. Грустишь? Угу. Он показывает на нас кровать. Бум-бум. Мы как эти бомжики. Пока. А вам пока. Давай потом покажем. Я думала, ты расскажешь, что тебе понравилось. Мне очень понравилось. Еще таксисты хорошие. Таксисты хорошие? Там все добрые такие. Где добрые? В России. Да? Ты успела уже с людьми пообщаться? Встретить на улице кого-то, да? Ну. Или где? Ну, просто ты сама говорила. Ну, я говорила. А мне интересно твое мнение. Мне вообще не нравится. Тоже. А вчера спать ложилась и говорила, что ты не хочешь жить в России. Как это? Забыла. Ура! Бинго! Я хочу теперь. Теперь хочешь? Да, потому что потом не было интернета. За это мы сейчас подключили. А, все дело в интернете. Неважно, в какой точке мира жить, главное, чтобы интернет был, да? Да. И в чем жить было? Чтобы крыша над головой была, да? И стены. И стены.